Вера Полоскова приезжает в Екатеринбург с концертом-презентацией новой книги. Полная радости, горечи, глубины, силы и светлой меланхолии творчество поэтессы отражает саму жизнь в ее непредсказуемом всеобъемлющем движении. Концерт приурочен к юбилею Веры. Через призму новой книги писательница поделится со зрителями духовным опытом, размышлениями о главном сочетании с жизненными историями, где каждый сможет увидеть себя. «Борис Годунов» – самый масштабный спектакль «Коляда театра», для которого было приобретено огромное количество реквизита. Главная тема пьесы Пушкина – «Народ и власть» – отступает на второй план. В центре внимания оказывается сущность русского характера, долготерпение и всепрощение русских. Именно народ – главное действующее лицо в этом спектакле. Комедия «Свадьбы не будет» – это полтора часа искрометного юмора и смешных ситуаций. Дочери удумали выйти замуж, чем не повод объединиться и помешать им. В лагере заговорщиков трое папаш, которые мало смыслят в тонкостях саботажа. Их конек – эпические фейлы, что сильнее – чувства молодых или упорства пожилых. Еще больше анонсов мероприятий можно найти на портале juvens.ru.